добрался до Голландии. В общем, никакой проверки паспортного контроля на границе не было. Свободное перемещение, не то что там поляки жестят, всех останавливают и никого не пропускают. В общем, как бы здесь уже можно полной грудью вздохнуть, свободно дышится. Кафе открыто, open написано. А китайский ресторан закрыт, так что извините, только в кафе максимум. Призрачная Европа, одним словом. Пустота, полная пустота делать здесь. Нечего, все закрыто. Не знаю, так прогуляться это самое, посмотреть витрины, архитектуру, веселую голландскую архитектуру и рвануть обратно на поезд. Сейчас мы находимся в Хенгелу. Вот такой прикольный магазин, не знаю, будет ли видно через стекло, из разных металлических частей, типа там, я не знаю, гайки, болты и стержни. Люди делают различные фигуры, статуэтки, и это вот как бы стоит нормальных денег. Даже вот такой прикольный экскаватор замутили. Ну вот я нашел улицу, где более-менее есть какая-то жизнь, магазины, некоторые магазины открыты еще до сих пор, но в целом все равно опять же ощущается пустота и отсутствие полноценной жизни. Ну а здесь, видимо, пролоббированная реклама «Единой России», вот, мишки собрались на площади Хенгелу и смотрят на какие-то водяные капельки, судя по всему. Надеюсь, это как бы капельки не заразные коронавирусом, не от кашля. И вот там еще один мишка запрятался за углом. Он прикольно так стоит и смотрит, что происходит в кафе. Местная достопримечательность Хенгелу. Центральная площадь, опустевшая центральная площадь. Это самая известная достопримечательность Хенгелу. И, конечно же, башня. Даже любой захудалый городок похвалится или горд наличием велосипедов. Вот в этом маленьком городишке под названием Хенгелу также имеются свои велосипеды. Вот, ну да, вот вы их видите. Они стоят на стояночке, двухэтажная, двухъярусная стоянка, и их там просто тьма тьмущая. Вот она, культура велосипедников. В общем, сами думайте, как это.